За всякое дело берись умело. Герой нашего следующего сюжета – отличный садовод, прославленный гармонист, поет, занимается спортом и даже крестиком вышивать может. При этом Геннадию Андреевичу 88 лет. На 400-х Геннадий Андреевич Печерский собирает превосходный урожай. Систему своей особой посадки и возделывания он разработал и начал применять несколько лет назад. Весной я, значит, вот мне... Вот. Так. Картошку положим. Картошку. И граблями. Значит, так. Так. На участке отличные вилки капусты, в теплицах дозревающие грузди, помидоров и виноград. Урожаем картофеля и лука Геннадий Андреевич уже поделился с внуком, который живет на севере. Подоспела к уборке и морковь. Ее наш садовод тоже выращивает особым способом. Вот это морковь. Они рядами. А между рядами я толь, это стелю, полоски, ну, чтобы стариков меньше было. Погреб заполнен картофелем, который заботливо расположился по сортам. А сам хозяин дома не прочь заняться физической подготовкой. В его распоряжении турник, гантели и даже есть тренажер. Вот это тут тормоз. Феррадона клепана. Феррадона клепана. Тормозит. Значит, в горы ехать или как? Вот. Поглядите, толстый. Вот. Самоделка все. Забот Геннадию Андреевичу хватает. Уже 7 лет удовствует. Сам готовит, убирает и даже умеет шить. Но в свободное время берется за гармонь. Крылатый конь парит над облаками. Сталь варится у нас в дедовских пищах. Наш город славится делами, воспетами и в прозе, и в стихах.